Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 6, урок 30. По данным выражениям придумай задачи на деление. Подбери подходящие значения букв и сосчитай. Задача 1. В 4 одинаковые банки разлили А-литров сока. Сколько литров сока разлили в каждую банку? Возьмем значение А равное 12. Тогда А разделить на 4 равно 12 разделить на 4, и получится 3 литра, столько сока разлили в каждую банку. Задача 2. 14 конфет раздали поровну М ребятам. Сколько конфет получил каждый из ребят? Возьмем значение М равное 7. 14 разделить на М равно 14 разделить на 7 равно 2. И мы узнаем, что каждому ребенку досталось по 2 конфеты. Ответ – 2 конфеты. Задача 3. С 3 одинаковых грядок собрали С кочанов капусты. Сколько кочанов капусты собрали с каждой грядки, если С равно 21? С делим на 3 равно 21 разделить на 3 равно 7. Столько кочанов капусты собрали с каждой грядки. Ответ – 7 кочанов. Задача 4. В 5 машин поровну село D человек. Сколько человек село в каждую машину, если количество человек равно 20? D разделить на 5 равно 20 разделить на 5. И получится, что в каждую машину село по 4 человека. Возникли вопросы? Оставьте свои комментарии под видео.